Друзья, сейчас мы предварительно запишем упражнение, которое поможет обыгрывать очень многие мелодии. Вот. Я его придумал тут недавно. Сам занимаюсь, потому что пальцы слабоватые, и они вот укрепляются при помощи этого упражнения. После чего мы будем записывать сармач. Значит, сармач я хочу записать, чтобы он был не просто наигрыш, а еще и разберем пение, потому что там вступать как-то надо по-иному. Вроде как играть его легко, но чтобы его спеть, не так-то просто. Вот, сейчас в данный момент изучаю эту песню частушки, как говорится. Вот, значит, сармач. Есть во многих мелодиях такая фишечка. Вот смотрите, я просто сейчас сыграю кусочек сармача. Значит, полностью по всему грифу, если мы начинаем с любой нотки вот этого ближнего ряда к механике к этой, то получается вот такая тема. Смотрите, вот эти четыре кнопочки. И получается вот как. То есть сначала этот палец, потом вот этот, потом этот и этот. Смотрите, получается как. Но обязательно надо соблюдать распальцовку, потому что потом, смотрите. Вот смотрите, одна и та же комбинация этих ноток дает нам что, смотрите. На одну нотку постоянно начало вверх. У вас получается то же самое, смотрите. Потом уже не с этой нотки начинаете, а с этой нотки, смотрите. Это упражнение, кстати, для всех, и для начинающих тоже. Вот, и получается. Потом, когда до верху добрались, еще раз повторяю вот эти нотки, смотрите. Это все здесь. Добрались до верха. Начинайте вниз спускаться. И вниз спустились. Вот. Это что касается данной комбинации. У нас должно получиться вот так вот. Напоминаю, что все это, если с этой нотки начинается, то вот эти четыре кнопочки. Это тоже одна из разновидностей упражнения будет. Берете здесь это еще фа, до берете бас-аккорд. И вот она, и начинаете. На каждый бас у вас два удара приходится. На каждый аккорд тоже два удара ноточки. Две ноточки, смотрите. Теперь вот эту рассмотрим. Если мы начинаем с какой-нибудь клавиши здесь, то понимаете, смотрите. С любой вот. Только здесь надо играть всеми четырьмя пальцами, потому что и мизинец разрабатывается, и удобство для дальнейшего перехода. И вот в сармаче используются сразу два хода, и этот, смотрите. Вот.
примерно, значит, повторим. Если начнем вот с этой нотки, то у нас задействовано 4. Раз, два, три, четыре. Смотрите. Давайте вот с этого пальца. Мизинец. Мизинец, безымянный, средний, указательный. Указательный, средний. Средний, да, смотрите. Средний, указательный, безымянный, мизинец. И пошли тоже по одной нотке каждый раз вниз, вверх, вверх. Смотрите. Теперь вот с этой. Туда-сюда, вверх-вниз опуститесь, пальчики уже заболят. Все, отставляем это упражнение, занимайтесь дальше. Как только чуть отдохнули, опять возвращаемся. Очень хорошее упражнение для развития мизинца. Теперь смотрите, когда вы научились от этой, допустим, клавиши, одной из них, или одной из этих, все, сыграли. Теперь можно объединить два варианта, два этих приема. Смотрите, начинаем вот с этой нотки, смотрите. Сыграли, и начинаем вот другой вариант, вот с этой нотки, смотрите. Теперь надо подняться же здесь на одну. Начинаем с этой. Теперь здесь. Назвал это упражнение паук, потому что пальцы вот так вот начинают бегать, как говорится. Еще раз смотрите, как должно получиться. Очень хорошее упражнение для укрепления пальцев. Вот. И дальше сейчас мы разберем этот участок сармача для того, чтобы вы это будет как бы такой этюд для развития. Значит, правая рука, левая рука, здесь все просто, смотрите. Значит, что там у нас? Начинающих сыграйте просто басом, кто уже владеет вот этим приемчиком. Теперь здесь, значит, клавиши, смотрите. Начинаем вот с этой. Слушайте, раз, два, три, четыре, пятая. Безымянный, указательный, средний. Вот, проигрываем этот вариант, который у нас на этой линейке. На один поднимаемся, вот. Теперь здесь заканчиваем, начнем здесь. Две сыграли здесь и здесь, смотрите. Еще раз. И опять. То есть еще раз медленно. Как бы за так-то. Еще на одну поднимайте, смотрите. Отсюда дошли почти каждую проигрывать до вот этой, потом опять. Еще раз медленно. Yeah.
ее гоняю там минут по 5 каждый день, допустим. Или просто две. Вот здесь не забываем, что два раза проиграем. Одно и то же. И вот с этой теперь. И начинаем следующую уже часть. Вот такая побегушечка. Всем удачных занятий. Учимся играть этот прием, и потом мы его внедрим в сармача и в другие тоже мелодии. Всем удачи!